1 700 000 нарушений правил дорожного движения зарегистрировали в Новосибирской области в прошлом году. При этом в ГИБДД говорят о том, что автомобильных аварий стало меньше. Снижены показатели аварийности с участием водителей в нетрезвом состоянии впервые за 3 года. Мы об этом говорили, что это одна из приоритетных задач. С участием водителей без документов, с молодыми водителями, та категория, которая тоже находится у нас на особом контроле, из-за нарушения скоростного режима, из выезда по встречному движению на трассах, с участием автобусов, мотоциклистов и пешеходов. В дорожно-транспортных происшествиях за прошлый год погибли около 300 человек, 10 из них – дети. Дорожным полицейским удалось выявить более 12 тысяч пьяных водителей. В ГАИ совершенствуют технологии распознавания, сейчас разрабатывают мобильное приложение для фиксации нарушений. Системы динамического взвешивания большегрузов тоже дают результат. Мы стали фиксировать нарушения правил перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов. В настоящее время таких комплексов у нас установлено 5 на территории Новосибирской области. С 2 мы уже получаем информацию. Вынесено более 300 постановлений по делу административного правонарушения. 3 комплекса будут дооснащены уже в первом квартале 2017 года и запущены в эксплуатацию. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!